Уже к 6 часам утра к автодрому стали подтягиваться спортивные губернаторы, гости, участники забега. В их числе и глава нашего региона Роман Старовойт. Впереди у него насыщенная программа «Деловые встречи», подписание соглашений. Конечно же, перед этим нужно взбодриться, подышать сочинским морским воздухом. Роман Старовойт к забегу подготовился основательно. Он приехал уже в легкоатлетическом костюме. Сейчас он разминается и такой плечистый, крепкий. Мне кажется, он даст фору другим участникам забега. Ну что, побежали? Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения, хорошего забега, друзья. Автодром охватывает знаменитые олимпийские объекты. Так что губернаторы вдохновились увиденным, вспомнив триумф наших российских спортсменов. В забеге победила дружба. Это уже не первый год происходит, и я принимаю участие не первый раз. И на форуме в Санкт-Петербурге экономическом, и здесь, в Сочи. Здесь вообще особенность